Ясно? Камила! Камил, не брызгай, у меня же телефон еще здесь. Иди. Мама, я хочу на вперед. Опа. Первый пошел. Где там потерялась? Тут мелко. Людей очень много, ну очень много. Забитые пляжи, мы с самого утра занимаем стеллажи, покрывало ложим и тогда курортничаем, у нас много места. Класс, вперед. Уже прыгнула? Три. Три? Каролинка четвертый пошла. На пятом буду фоткать вас. Королюха, давай. Бух!
А ну дай бабушку попробовать косыночку. Решили прокатиться. Камилочка на банане, а мы на катере. Бабахайки, королюха. На катере. Девушка, давайте. Мы просто хотим... Он, смотри, маленькая девочка с нами. Отплываем. Маленькая, не бойся, тут вообще не страшно. Не бойся. Смотри, какой кораблик за нами будет плыть, вон, бананчик. Макс, я тебя умоляю, главное, держись, Коль. Хорошо? Макс, улыбайся. Еще желающий на борт есть, да? Будешь тут сидеть или возле нас? Иди к маме, может, там будешь. Макс, ты уверен, что ты удержишься? Макс, давай сюда лучше для подстраховки, умоляю. Будем быстро ехать очень. Макс, двумя руками будешь держаться. Давай мы уже пересядем. Макс, иди к нам, я тебя прошу. Там вон взрослые сядут рядом сейчас. Милочка сидит на бананчике. Улыбайся. Вторую руку мне отпусти пока. Улыбайся. Держись двумя руками. А сколько стоит? 60 тысяч. Потом, короче, сдачу. Держишься, родная? Все будет хорошо, родная. Расслабься. Милочка нас будет догонять.
Ничего я защищу. Ныряй! Опа! Классно? Камила! Ну, теперь пытайся залезть! Теперь пытайся залезть! Не, не можешь! Останешься здесь. Попроси, мальчик тебе руку даст. Помоги девочке залезть. Нормально. Так, накупались. Едем дальше.
Вот наш берег прибыли мы. Штурман. Королюшка, ты куда поплыла? Не надо, не переворачивай ее. Каролина, она не будет тебя переворачивать, не переживай. Снимите тебя. Нормально? На кораблике понравилось кататься? Каролин, не бойся, я держу матрас, он не перевернется. Я вас покатаю. Все, давай. Я прыгать буду, не переворачивай. Тебе снять, Каролин? Давай. Сползай. Опа! Ну, залази. Давай бабушка матрас подержит. Камила, ну подсади ее на матрасик. А ну давай. Опа, опа. Давай, 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 давай. Ой, на глубину, сейчас тебя на глубину отвезем. Ну давай. На старт, внимание. Опа! Ну я не могу. Подожди, подожди, бабушка, тебе давай, залазь. Да ты залезь сначала, хорошо, королюсь. Да держишь матрас, залазь другой ручкой, помогай. Что? Королюха. Перевернуть вас? Опа! Мне просто одной ручкой неудобно, королюсь. Давай, запрыгивай. Сейчас, сейчас, сейчас бабушка тебя закинет на матрас. Подожди, Камилу, полежи. У Камилы техническая авария, отстегнулась лямочка. Давай бабушка волосики уберет. Одевай. Ну, переворачивать? Ну давай, опа. Где королюся? Вот она. Королюшка решила немножко перекусить, да? А где наша Камила? Покажи хоть носик свой. Камил! Ку-ку! Привет! А Камила у нас с моря и сразу в телефон. Вдруг там что-то новенькое найдет. А это наша Ленчика лежит, загорает.
опять королюська появилась тут. Села, да? Угу. Камила партизанка. Угу. Арбузик будешь? Арбузика хочешь? Нет. Кока-кола сейчас дам. Так, девчонки решили перекусить немножко фруктиками. Накупались, накатались, да, королюха? Да. А ты дыни будешь есть? Не, Каролина у нас дыню не любит. Она любит винограда. И персики. А Карамилка наша арбузы не любит сильно, а любит дыни. Да, внучечка? Ну, приятного аппетита. Кушайте. Вот такой грибок у нас классный. Все, солнышко закрывает. Мы? Там мы не только здесь, мы на другом были море.